Всем привет! Вот я расчесала волосы, выпало два волоса всего. Ну вот такая длина, выросла волос за 8 месяцев. Это вот с конца апреля. 20 какого-то апреля я отрезала волосы. И вот такие волосы. Качество очень хорошее, но я считаю, что это благодаря именно уходу. Сейчас холодно, отопление, но волосы продолжают быть красивыми. Если учесть, что у меня уже очень много седых волос. Из препаратов вовнутрь омега. Омегу беру нашу, я показывала фирму Сальмоника, Камчатский край, и льняное масло. Вот это два продукта, которые я принимаю каждый день. Льняное масло я принимаю утром натощак, запиваю кофе, так менее неприятно. Вот столовая ложка и запить кофе. Тогда нормально. Шампунь все тот же, с репейным маслом, не поменяла, все так же им пользуюсь, золотой шелк. Кстати, в ванной стоит только он, все члены моей семьи и с тонкими, и с толстыми волосами используют его. Мне нравится, уже много лет. Летом я не нашла. В предыдущих роликах я рассказывала, что длинные волосы я использую масло, эликсир вот это органовое, чтобы волосы не сохли на кончике, на всю длину волос, чтобы расчесывались хорошо. Летом это масло пропало. И я стала использовать вот этот кондиционер для волос. Раньше я не очень часто им пользовалась, сейчас я пользуюсь им на после каждого мытья. Мою голову я где-то раз в 7 дней, раз в 5 дней. Голова не пачкается. И наношу несколько пшиков на корни волос. Вот этих витаминов. Благодаря вот этим витаминам выросли сильно волосы. Появился потом эликсир этот. И сейчас зимой я использую эликсир. Конечно, потому что волосы сохнут. Этот препарат я использую. Гиалуроновая кислота. С органовым маслом и коллагеном использую, когда я не могу расчесать волосы. Вот бывает, пересохнут волосы, особенно после аспириновой маски. Я использую вот этот препарат. Но когда я уже начинаю использовать этот препарат, вступает сульсеновая паста. Зимой сульсеновой пастой я пользуюсь как кондиционером для волос. Вот я помыла голову, наношу сульсеновую пасту, допустим, вот так вот, спитак, на корни. И через несколько минут я смываю. Промываю хорошо корни, но по длине волос, вот это масло, масса спускается по длине волос, и до конца в длине волос я не вымываю. Я как бы оставляю на волосах, как кондиционер. Благодаря этому волосы мои зимой не пересыхают, вот такие блестящие и струящиеся, и не путаются. Так что вот сульсиновая паста у меня идет сейчас как кондиционер. Даже не как лечение, а именно как кондиционер. Не каждое мытье, через два мытья. Вот я когда вижу, что очень сильно начинают электризоваться волосы, я использую сульсиновую пасту. Как ею пользоваться? Инструкция всегда к ней есть. И потом уже в процессе, как применять по инструкции, а потом каждый понимает, как ему лучше пользоваться этой пастой. Нигде я не встречала, ни в описаниях, что она вызывает алопецию. Не знаю, я ею пользуюсь уже лет много очень, вся моя семья, все довольны. У нас никаких побочных их эффектов она не вызывает. Это вот средство, которое всегда есть в моей ванной. Новое что? Щетка, расческа, тангл-тильтер. Ну, в принципе, любая расческа, которая из пластика.
зубчиками, пластиковые зубчики. Они не выдирают волосы. Многие сейчас столкнулись с проблемой выпадения волос. Я тоже с этой проблемой столкнулась. Как я ее победила? Масло пачули. По совету Светланы Драган я наношу каплю на расческу. Вот прям капельку этого масла капаю на расческу сюда. И расчесываю волосы. Сначала только у корня, чтобы вот это масло попало везде в прикорневую часть. Потом остатки, вот ровно капля. И потом остатки этого масла распределяю по всей длине волос. После второго применения волосы практически перестали выпадать. Вот от слова совсем. Вот мне это очень помогло. Теперь вот масло почули. Причем надо брать дорогую фирму. Вот Светлана рекомендовала именно вот эту фирму, что здесь хорошие масла. И я вот это масло использую. Я довольна. Волосы качество хорошее. Волосы не выпадают. И вот я просто остановила благодаря этому маслу выпадение. Так что вот это появилось новое. Не после каждого мытья я это делаю. Через раз. И пахнет все-таки пачули очень сильно. Иногда мне не нравится этот запах, поэтому не каждый раз, но волосы не жирные. Вот эта капля эфирного масла не создает жирности на волосах, но вот мне помогло против выпадения волос. Краски для волос. Вот эта фирма. В основном покупаю вот этот осветлитель. Осветляет великолепно, красит хорошо. В этот раз купила, не было осветлителя, но тоже, вот видите, заявляют они, реально красит хорошо. Я покрасила перья вот этой краской, она дает желтизну. Желтизну это убирает аспирин. Достаточно двух таблеток нанести на голову, я просто разминаю их и наношу на волосы. Минут пять стою в душе, а потом просто смываю. И вот этот желтый подтон начинает уходить. Но использую не часто, потому что хорошо подсушивает волосы. Сейчас это не нужно совершенно. Это можно использовать летом, там, когда голова пахнет, когда голова потеет. Сейчас такого не происходит. Ну, кто не носит шапку? Я не ношу шапку, поэтому у меня голова не потеет. А зимой аккуратно с аспирином. Но вот эта краска. Этой краской я пользуюсь очень-очень долго. Я очень довольна, потому что она реально осветляет и темные волосы, и светлые, и толстые, и тонкие. Ну что, всем пока. До новых видео. Значит, из новых препаратов у меня только пачули добавился. И получается, я чаще пользуюсь вот этими витаминами. Они дают реально рост волос. Все остальное я использовала и продолжаю использовать. Ну что, всем пока. До новых видео.